16 к 2614.06.2018. Обновлено 19/27/14 июня 2018 года 43746 Москва, 14 июнь. РИА Новости. Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, «Паук», выдвинулся кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА Новости член Мосгорисбиркома Дмитрий Лиут в четверг. Троицкий Сергей Евгеньевич, 1966 года рождения, Фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи, корпорация тяжелого рока, музыкальный руководитель и участник рок-группы «Коррозия металла» подал документы в Мосгорисбирком, сказал он. Риут отметил, что Троицкий идет на выборы самовыдвиженцем. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. 4 июня Мосгорисбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закандырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие. Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии «Справедливая Россия», летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии «Зеленые», экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и самовыдвиженцы, председатель Конституционного комитета Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, директор Фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиулин, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также действующий мэр Сергей Собянин. Для регистрации кандидатом в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого муниципального фильтра. Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 081 подпись избирателей.